Всем привет, ребята, с вами снова Данил Букреев. Очередные две посылочки, которые были заказаны с помощью нашего такого мероприятия, как бесплатный посредник AliExpress Украина. Ссылка на описание этой всей системы под видео, ребята, обязательно участвуйте. Также ссылки на продавцов тоже будут под видео. Здесь у нас леска, я думаю, рыболовная, наверное. А здесь у нас часы, раз, два, три, четыре, четыре. Четыре штуки. Вот, часы по $2.5. В принципе, дешевые. Давайте откроем, посмотрим, что они из себя представляют. Потому что цена на самом деле радует. На самом деле радует. Все посылочки пришли довольно-таки быстро. И скоро полетят к своим обладателям, к своему хозяину. Вот, так что давайте откроем, посмотрим. Не забывайте, что ссылки на продавцов под видео. И ссылка на описание бесплатного посредника тоже под видео. Так, укомплектовал продавец резиночкой, все плотненько сжал. Давайте мы аккуратненько откроем. Так, ну, первые часы. $2.5, это вообще недорого. Вообще, для таких часов. Так, это, видимо, запасные батареечки. Видимо, запасные батареечки. И, собственно, вот наши первые часы. Ребят, $2.5, они выглядят намного круче. Сзади никаких описаний, ничего, просто такая вот поверхность металлическая. Кстати, смотрится довольно-таки прикольно. Ну, часики, видимо, совершенно обычные, ничего в них особенного. Ремешок, конечно, хипленький, но вот сами часики выглядят отлично. Такие не сильно легкие, не выглядят, что они сейчас разломаются или там подобное. Стоит блокиратор, чтобы часы не включались, не садилась батареечка. Давайте первые часики положим, посмотрим еще какие. Так, вытрушивается. Вторые часы такого вот плана. Ну, тут что сказать. Также я считаю, что $2.5, также блокиратор. Также считаю, что $2.5 это совсем недорого. В отличие от первых часов, здесь есть небольшие надписи. Конечно, они не водонепроницаемые, ничего такого. Обычные кварцевые часы. Так, давайте посмотрим. Следующие, эти одинаковые. Да, их было. Подождите. Что-то, по-моему, продавец лишнего прислал. Давайте сначала посмотрим, а потом определим. Так. Прикольные. Прикольные часы. Женский, опять же, ремешок. Опять же, такого плана. Выглядит очень-очень просто. И для тех, кто любит менять частенько часы, то это очень даже подойдет. Так. И вот такие вот часы. Достаточно нестандартные, показываю вам вверх ногами. Достаточно нестандартные женские часики, тоже такого же плана. Выглядят отлично, ссылки на продавцов под видео. По-моему, по $2.5 это очень даже дешево за такие вот часы. По-моему, это очень даже дешево. Так, сейчас я проверю, продавец не положил ли больше часов. Сейчас, потому что у меня почему-то, вот я сейчас смотрю на заказ, кажется, что он одни положил лишние. Одни такие есть. И указано, что одни такие, одна штука, а он прислал двое. То есть здесь у нас 2.30, 2.30, 2.50, 2.50. Да, видимо, одни часы получаются лишние. Да. Одни часы получаются лишние. Ну, повезло тому человеку, который покупил эти часы. Класс. Одни лишние, одни в подарок. Видимо, продавец хотел получить хороший рейтинг, хороший отзыв. Ну и давайте посмотрим, откроем нашу леску. Я не думаю, что я о ней смогу многое сказать. И вообще ее распечатать и раскрыть, размотать. Могу сказать, что стоила она $10. Ссылочка на продавца, могу сказать, что под видео. Так, и сейчас я вам еще скажу, сколько метров. 500 метров должно быть в ней. Так, вот такая вот леска. Я не знаю, ребят, дорого это, недорого. Возможно, вы для себя здесь увидите какие-то данные. Материал из Японии. Возможно, вам что-то об этом скажут. Материал из Японии, сделано в Китае.
Вот такая леска, мне ее жалко распаковывать, пусть она в таком прекрасном, отличном виде полетит к ее обладателю. И, ребят, хочу сказать большое спасибо всем, кто пользуется услугой «Бесплатный посредник». Вы поддерживаете наш канал и получаете все-таки какие-то вещи, не парясь со своими заказами. Надеюсь, что в дальнейшем у нас будут более интересные посылочки. Так что, ребят, смотрите видео про бесплатного посредника, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых видео!